Ну, понятно, что была тяжелая игра, прошедшая, к сожалению, проиграли. Много сил и эмоций потратили. И, конечно, неприятно, блин, подпускать на последних минутах гол с пенальти. Все непонятно там, ну, пусть решают наши компетентные органы, там была игра рукой, не была. Ну, понятно, что все очень расстроены, и, ну, ничего страшного, это футбол, и есть время, у нас еще много игр, чтобы все вернуть на свои места, поэтому будем работать. Было 2 дня выходных, тренерский штаб нам дал немножко передохнуть, чтобы мы побыли дома там с семьями, немножко отвлеклись. Хорошее настроение, уже все отошли, все переключились уже на следующий тур, поэтому готовимся в обычном режиме. Ну, Витебск, по крайней мере, когда я был, была хорошая в тактическом плане обученная команда, как и на данный момент, просто им сейчас немножко где-то не везет, я считаю, по игре очень хорошая команда. Видно работу тренера, и там хорошие ребята собраны. Тяжело, да, их вскрывать, и сами пытаются владеть мячом, поэтому просто так его не отдают. Ну, будем взламывать. Надеюсь, получится все. Тут уже от нас будет зависеть. Главное, сейчас у нас немножко в психологическом плане переключиться, потому что сейчас нужна обязательно победа. Играем дома, были 2 тяжелых выезда. Ну, дома играть всегда приятнее, и... Поэтому, ну, на поле надо воплощать все преимущества. В 3 домашних матчах у нас пока 3 ничьи, к сожалению. Очень хочется, наверное, и вам уже, и болельщикам, чтобы эта серия наконец прервалась. Сами осознаете, что очень странная у нас такая традиция в этом году получается, что на выездах победа, а дома... Ну да, поэтому сейчас, ну, вдвойне у нас такая мотивация, надо... Обязательно выигрывать дома, потому что еще ни одной победы, уже полкруга первого прошло, надо обязательно выигрывать. Моментов у нас, ну не сказать, что мало, но пока с реализацией у нас проблемки небольшие, поэтому, ну, надеюсь, на этих выходных у нас все получится. Не так давно ты отыграл 50 матчей в составе нашей команды, у тебя 50 матчей за Минское «Динамо». Осознаешь, что уже столько времени находишься в коллективе или так пролетело быстро очень? Ну, конечно, осознаешь. Там, тем более, ну, в такой команде приятно находиться, где, и слава богу, что вот я 3-й сезон, и с коллективом всегда проблем нету, и с тренерским штабом. То есть работа идет в обычном нормальном режиме. Тут никаких, так сказать, минусов никаких нету, но только... То одни плюсы пока, поэтому главное это сейчас место как можно выше занимать и выигрывать дальше.